Какое необычное начало нашего ролика, дорогие друзья. Ролик, который мы снимаем одним дублем. Всем, друзья, привет. Дан Запашный с вами. Обезьяна Боня. Супер шимпанзе. Влад, идет уборка. Ребята, рубрика «Мобильный репортер». Я уже забыл, как она называется, потому что я полностью переключился на создание влогов. Влоги, вроде бы, тема такая интересная, потому что там все-таки художественный подход, а не вот это все ты снимаешь одним дублем и показываешь все как есть. Хотя это тоже на самом деле прикольно, потому что нет никакого монтажа, и вы видите все, ну вот как оно есть. Хотя, с другой стороны, интереснее делать все-таки такие ролики мне лично, которые, ну, рассказывают какую-то историю. То есть, когда мы монтируем материал, то есть произведение какое-то получается. Мне, если честно, так нравится больше. А вот вы напишите, какие видео вам все-таки по душе. Я знаю, что вы напишете и так хорошо, и так, но все-таки, что же вам больше нравится? Вот такие влоги или вот такие вот ролики одним дублем? Вот такие, в общем, друзья, у нас дела. Кстати, не так давно вот эти влоги, три последних, не последних, не так, нельзя говорить последних, надо говорить заключительных, три крайних, назовем так, три крайних видео, три влога о нашем переезде с верблюдами на новое место почему-то, по какой-то причине, не набирает просмотров. Влад, как ты думаешь, с чем это связано? Почему так получилось? Вроде бы, кстати, все пишут, что типа очень здорово и круто все это снято и интересно. Да, очень... да, мне, по крайней мере, это очень доставляет большое удовольствие. Не знаю, почему недостаток внимания подобным видео. Может быть, сейчас вообще какая-то активность спала? В целом? В целом, да, в целом, в общем. И они еще возьмут свое, я так думаю, потому что качественный монтаж и вот эта история рассказанная в этом видео, как... Особенно, когда Владимир сказал, когда вот это все произошло, может быть, что-то даже не попало в ролик, но вот этот вот момент погрузки в газету. Когда верблюд выпрыгивал. Верблюд выпрыгивал и чуть не перевернули там. Это, конечно, было очень так, друзья. Непросто. Непросто. А еще, ребят, намного сложнее все это не только грузить, заниматься вот этой работой, но еще и одновременно с этим снимать. Потому что одно время дело, точнее, когда ты в одно и то же время выполняешь, скажем, ну, какие-то задачи, на которых ты сосредоточен в плане погрузки, внимания, уделяешь животным, чтобы они не нервничали, чтобы все было хорошо. А другой вопрос, когда ты все соединяешь, то есть тебе нужно контролировать и процесс вот этот, который я только что описал, еще правильно снять, чтобы это было вам хорошо видно и чтобы получился, ну, материал, который можно смонтировать. Мне, друзья, еще раз повторюсь, намного интереснее делать такие ролики, но на самом деле получается, что, не знаю, пока что я еще не понял, с чем это связано, просмотров меньше. Хотя ваши отзывы, вот те комментарии, которые я читаю, они, ну, говорят о том, что наоборот, вроде бы это круче. Боня у нас, видите, сегодня занята процессом постирушек. Вот, кстати, лайфхак, ребят. Вот у кого есть обезьяны, шимпанзе, чтобы у вас появилось немного свободного времени для того, чтобы снять видео или, ну, заняться какими-то своими делами. Я сейчас буду, кстати, монтировать вот это видео. Там у меня в рюкзаке, почему показал, компьютер у меня там. Вот, и, соответственно, ребят, я буду монтировать следующий ролик, который я наснимал. Это будет влог, не видео одним дублем, как я вот это видео снимаю. Это будет влог, в котором я, ребят, покажу тоже много чего интересного. Сегодня мы ездили к нашим верблюдам, покупали овощи, овощи покупали. Я же заговариваюсь, потому что на этой базе мы фрукты тоже в банке покупаем. Нам, правда, не дали возможности там поснимать, потому что, ну, не везде разрешают это делать. Вот. Но, тем не менее, видео получилось интересным, потому что мы доехали до верблюдов. Я показал, собственно, как там все у нас сейчас устроено в очередной раз. Бонька, выжимай. Давай, бери тряпочку. Давай, выжимай тряпочку. Нет, тряпочку бери. Давай, бери тряпочку. Не-не, полоскать не надо. Забирай тряпочку, давай. Так. Молодец. Вот, еще. Еще. А вот теперь... Нет, так ты ее поднимай, жопа-то волосатая. Давай. Сейчас все будут шутить, что я тебя жопой волосатой назвал. Все. Не надо, бери тряпку, говорю. Давай. Выжимай. Давай сюда ее. Давай тряпку сюда. Вот здесь вот давай. Мой. Вон Влад, видишь, протирает. Вот мой полы. Давай, вон туда проходи.
Она, друзья, очень увлекает. Не надо все полоскать уже. Вот. Иди здесь. Бонни. Вот, вот здесь вот мой. Давай, полоскай скорее. Это дело. Во. Мячик, да? Правильно. Боня, иди сюда, женщина. Вот здесь вот все протирай давай хорошо. Протирай. Полы надо мыть. Полы Влад помыл некачественно. Протир. Вот, вот. Молодец. Влад, конкуренция твоя. Видишь, давай, давай, Бонечка, давай, давай. Протирай, 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 протирай. Протирай полы, давай. Протирай, Бонюка, давай, давай, давай. Протирай скорее, протирай. Хорошо. Во, давай. Работаем. Эксплуатация обезьяньего труда. Вот, умница, умничка, давай. Королева, вот. Видал, Влад, как надо? Видишь, как энтузиазм сказал, какой. Как сказал Дарвин, труд белый обезьяны человека. Да. Вот потихоньку стал мыть, потом вот. Ну, туалетной бумагой пользоваться. Туалетной бумагой пользоваться и постепенно стал членом гражданского общества. Постепенно у человека отвалились волосы лишние на теле. Ну, здесь уже у кого-то. Ну, компромиссы, друзья, компромиссы. Конечно, зимой, я думаю, намного комфортнее, когда у тебя, собственно, такое оперение, если можно так назвать. Но, ребят, я уже говорю, компромиссы, друзья, во всем есть. Ну, так протирай давай скорее, что ты. Банюха, давай. Вот, опа, опа, опа. Молодец, дайте подсугу, молодец. А там вот тоже протереть надо, давай. Вот это самое удобное, кстати, время. Не надо, гамак не надо. Вот там вот, вон там, смотри. Вон там стены еще. Да, вон. Это можно попротирать, хорошо. Потому что туда, друзья, нам лазить не очень удобно. Протирай, протирай, давай быстрее. Протирай, не надо. Протирай, протирай, отжимать не надо. Вот, протирай скорее, протирай. На. Вот так вот. Вот, да, вот, держи. Папа тебе показывает. Вот, вот, молодец. Вот, 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 хорошо, вот. Вот, молодец, молодец. Прекрасно. Во-во-во-во-во. Очень хорошо, очень хорошо. Давай, давай, работаем. Боня, работаем качественно. Не, гамак не надо, гамак, ты вот это протирай. Гамак-то уже чистый. Во. Отлично, отлично. Бонька, давай вот здесь. Бонюш, вот здесь, вон. Бонюш, Бонь, вот здесь, вот, вот здесь, вот еще. Во, вот здесь. Во, хорошо, молодчинка. Вот. Вот так вот. Влад, ну как тебе помощница? Хозяйство. Ну, не наесть. И причем, когда человек делает, это человек. Обезьян. Человекообразный. Чувствуешь объект, конкуренцию? Чувствуешь? Абсолютно. Она это делает без какого-то либо, а только для собственного удовольствия. Удовольствие. А если ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, это является, ну, большим достижением. Это является частью вселенной. Молодец! Да, друзья, ну, в общем, вот так вот мы, конечно, развлекаемся. А что делать? Что, ребята, делать? Не забывайте, друзья, не забывайте про наш телеграм-канал Дан Запашный Лайв, где много тоже разных публикаций, которых вы не увидите, которые вы не увидите на Ютубе. Обязательно заходите, подписывайтесь. Мы там тоже всякие штуки интересные делаем. В общем, будем вам рады. Всем желаем хорошего настроения и до скорых встреч в следующих роликах. Пока!